Так, с промышленными полами мы тоже разобрались. Ну, давайте немножко тоже посмотрю его. Виды промышленных полов, устройства которых мы предлагаем. Бетонный пол с упрочнителем для бетона. Топинг. Самовыравнивающий растворный. Здесь я не специалист, я в этом ничего не понимаю, поэтому засирать здесь не могу. Вот хорошая, в принципе, заявка, более детальная, то есть имя, телефон, e-mail, правда, непонятно, зачем e-mail, если только туда заявка, конечно, не уходит. Метраж, телефон, видимо, тоже обязательный, потому что я почему-то предполагаю, пожалуйста, введите корректный, но это ладно, это необходимо поле заполнить, то есть поле в любом случае это нужно тоже заполнять с телефоном и именем. Метраж, тип помещения, ну, это нормально, это нужно. Свойства промышленных полов. Кстати, а зачем здесь галочки нужны? Потому что может быть несколько. Интересно. Ну ладно. Свойства промышленных полов. Ну, я верю, что они хорошие. Готовые решения. Вот. Вот то, что. Вот это должно быть вот здесь. Бетонный пол, самовыравнивающийся и прочее. Вот это должно быть вот там выше. С ценами и всем остальным, с остальными плюшками. То есть, зачем вот этот блок вообще нужен? Он о чем? Это информация просто? Зачем она нужна? Вам нужны горячие клиенты, вы их не получаете, потому что горячие клиенты просто туда-сюда могут не долистать. Заполните форму для расчета сметы и получения предложения. Получите предложение в течение дня. Вы не думайте, что я плохо умею читать, просто тут действительно очень много текста. Контактное лицо, телефон, e-mail, тип объекта, тип пола, ваши объекты. И опять все потрясающе, все классно. Кстати, объектов всего два, ну поэтому и сделана скрутилка, типа, чтобы казалось, что это не два объекта, а их 50. Проблема в том, что, опять же, ценника-то нету. Привет Питеру. Никогда, никогда не ставьте эту штуку сюда. Убирайте информеры с ваших сайтов. Ну, собственно, здесь видно даже, что у вас верстка потихоньку едет. Ультрамодные моноподы. Ну, мы про них уже говорили, давайте вниз пролистнем только. Первый экран хороший. Преврати селфи в искусство. Зачем, если вы продаете моноподы оптом, зачем вы человеку рассказываете про селфи искусство? Вы что, с ума сошли? Извините, здесь было все хорошо. Дальше трэш. Найдите свой идеальный ракурс. Просто еще раз вернусь. Ультрамодные моноподы оптом от производителя. Преврати селфи в искусство и найди свой идеальный ракурс. Господа, ну это что-то... Может быть, я что-то не понимаю, но вы напишите в комментариях, что я вдруг что-то, может, не понимаю. Я даже специально открою комментарии ваши, буду читать. Сейчас я найду их. Секундочку. Монопод для селфи это просто... Да люди, которые покупают оптом, они их и будут продавать. Они и так эту информацию сами... Ну, они... Вы зачем это делаете? Вы лучше напишите. У нас есть промо-материалы, у нас есть готовые лендинги. Мы вам в подарок к 250 моноподам подарим лендинг. Вот с этими селфи-искусствами, идеальными ракурсами и видео. Ужас. А этого чувака я где-то видел. И он не Виталий. Ну это ладно. Так, поехали дальше. Ну это как та женщина, которая расплюснута. Нет, это та Пэрис Хилтон старости с собачкой. Так, так, так. Давайте обратно к Deluxe Music. Что у нас здесь? Академия. Ну почему здесь нельзя написать, что у вас просто... То же самое, как вы понимаете, на вашем айфоне навести вот на это, к сожалению, нельзя будет. То есть вот это все будет не работать. Или на iPad. Даже, не знаю, на MacBook этим никто заниматься не будет. Люди просто будут вот так вот листать. Присоединитесь к нашим ученикам, которые выступают на лучших танцполах, треки которых звучат, да, круто, промо-видео, хорошо, наши выпускники. Таня Цой, Кирилл Нагиев, Вячеслав Ронжин. Ну, я просто этих людей не знаю, поэтому, кроме, может быть, ну, может, кто-то кого-то и знаю, но
Ну ладно. Так, наши выпускники. Здесь очень много текста, поэтому я не могу. Ну, потому что нельзя так делать, ребят, на телефоне, это просто нереально. То есть то, что вот, вам просто надо разбить как-то, это на таблица. Таблица. Вот то, что вам нужно. Я придумал. Кошмар. Так, ну здесь вроде бы нормально. Нет, тоже. Вот как мы работаем, ладно, не буду это комментировать. Используем оборудование и лицензионный софт. Хорошо. Кого мы не возьмем? Ну вы, наверное, металлюгу не возьмете. Так, и именно поэтому у нас занимаются ребят, девушки, играющие от хаос, транс. Мы делимся музыкой. Также мы не ждем врунов. Прогулять занятия, ладно. Ленивых, наверное, не врунов. Ну, то есть, как-то... Ладно. Ну и, разумеется, мы никогда не возьмем к себе людей, которых клубная культура и понятие электронной музыки связаны с наркотиками. Зачем об этом говорить? Ну, ладно. Какая вам разница, кто вам несет деньги? Ну, то есть, что-то как-то... Ну, зачем это напоминать вообще людям? А вдруг это больное прошлое их или что-то еще? Эх... Так, ладно, дальше идет. А, ремонт квартир, офисов. Давайте вот более серьезные лендинги, да, посмотрим. Все-таки диджейнг – это очень тематические лендинги, моноподы тематические лендинги и прочее. А ремонт квартир, офисов – это все-таки уже более общие лендинги. Насчет почты мы уже поговорили, да. Опыт работы, гарантия на работу, стопроцентное соблюдение сроков. А почему выбирают нас? Работа по договору. Оплата производится только за выполненные работы. Классно. Так, сертифицированные специалисты. Какие? Ну, нет расшифровки, что это такое, поэтому вопрос. Какие еще? Гарантируем. Слово гарантируем вообще. У вас должно быть табу на это слово. Я объясню почему. Потому что на самом деле вы ничего не гарантируете и никогда не будете гарантировать. У вас никогда не будет, скорее всего, в договоре каких-то гарантий. Если у вас они есть, то надо писать, что вы гарантируете соблюдение сроков, и внутри написать вот этим мелким текстом, да, вот как вот здесь оплата производится только за выполненные работы, тогда надо написать, что вы гарантируете, и прописать это все в договоре. Можем выбрать и закупить материалы. Предоставим скидку на материалы у наших партнеров. Окей. Уверенность в результате. Мы даем гарантию на все работы до 3 лет. Более 300 сданных проектов. Вот. Кстати, хорошо сделано, что отзывы наших клиентов идут сразу. Но опять нету ценников. Я представляю, как здесь все закликано. Хворова Алена Сергеевна, это все очень хорошо, но, к сожалению, опять же, нету ни ценника, ни получить. Вот я хочу узнать о том, вот мне нравится, как сделали вы вот здесь, например, ремонт квартиры и офисов. Хотя здесь почему-то кухня и кусками все. Батарея, шкаф, стена. Вот чего вы ремонтируете. На самом деле. Просто расскажу для тех, кто делает вообще ремонты, лендинги по ремонтам, что вам нужно сделать. Вам в любом случае, даже если у вас нету кейсов вообще, вам нужно сходить в квартиру красивую, с хорошим ремонтом, и снять видео, пройтись по всей квартире. Это раз. Два. Вам нужно установить стоимость ремонта. То есть хотя бы за квадратные метры, например, чтобы можно было написать отзыв, не просто текстовый, да, а написать еще... к своему отзыву какую-то сумму, то есть сумму, срок выполнения работ, сумма работ, сроки работ, и если можно, прикрепить какие-то бумажки, например, на смету работ, ну что-нибудь такое, то, что вам действительно будет интересно, и вам самим даже будет интересно. Вот мне как человеку, который, например, нужно сделать ремонт в квартире, я знаю то, что мне нужно. Я сразу вижу, что ага,
И самое интересное, если я погуляю по лендингам, а я буду, естественно, выбирать, если я буду заказывать ремонт квартиры, я буду гулять не по одному лендингу, а по 7, по 8, по 10 лендингам. Если я увижу две одинаковые картинки, оба лендинга идут в топку сразу же, автоматически. Это первое. Во-вторых, если я увижу на одном лендинге видео, а на втором лендинге такие же фотографии, но просто поспиженные, да, второй лендинг отправляется в топку. Если я не вижу сумм стоимости ремонта, я тоже отправляю такие лендинги в топку. Откройте московские лендинги, я не знаю, где это город Тольятти, откройте московские лендинги и посмотрите, наконец-то, как делается там. Там делается хотя бы на уровень уже лучше. Ну и лендинг, конечно, не завершен до конца. Тут, к сожалению, очень мало информации о вас. Ну, короче говоря, стоимость ремонта квартир много. Вы рассказываете ничего. То есть не будут у вас заказывать, нету пока пруфа. Social пруфа.